Что за завтра? Что за вид? Всем привет, меня зовут Сэм, это новый влог в Йоу, это не совсем влог. Как говорил Сократ, миллиардер – это конструктор из других людей. Мне одному кажется, что я похож на Элтона Джона. Зацените, какой у меня здесь вид. Я в шлюшьем доме. На 27 этаже. Это была не моя квартира. Я сниму себе хату, когда заработаю 1 000 000 в месяц. Пока еще не заработал. И речь сейчас не только о деньгах. Это Тони. Он теперь директор кастом-отдела. И за все вот это... Даже это, отвечает он. Мы разблокировали производство сумок. Это Ангелина, SMM-щица Orange Gang. Она делает охуенный визуал, рисует шмотки, фотографирует их и делает все, что связано у нас с картинками. Это Лена. Она стажируется на моего ассистента, чтобы делать то, что я делать не хочу. Это Даня, наш новый художник. С нами. Привет. Еще один художник. Карина, Даниил из Минска, Никита. Наша команда сейчас дико растет. А это мой YouTube-план. И как вы успели заметить, я его не соблюдаю. Почему? Потому что в моем конструкторе до сих пор не хватает тебя, монтажера. Ок, смотри, чтобы ты понимал, в какой уровень хасла ты попадешь, вот мой список дел на сегодня. А еще сейчас 12:30, и мне пора навстречу. Да, потому что я ищу монтажера. Hello. Это Карен. Мы с ним открываем еще один бренд-шмот. Финальные ответы только от 2 из 10. Здравствуйте. Все, спасибо, до свидания. Более того, видео, которое ты сейчас смотришь, я снял сегодня и смонтировал сегодня. Так, между дел. Как я это сделал? Я снимаю под монтаж. Все, что ты сейчас видишь, уже было в моей голове до того, как попасть в премьер или на YouTube. Мне нужен ниндзя монтажа. Тот, кто сможет делать мне быстрый контент, динамичный контент. Здорово. Прочтет меня и сделает лучше. Такой только у меня есть. Мне нужно, чтобы ты был в Москве. Мне нужно быть с тобой на пульсе, чтобы ты смог приходить к нам в студию. Мне нужно, чтобы ты горел Ютубом и моими идеями вместе со мной. И тогда мы захватим мир. В описании к этому видео ты найдешь простое задание. Нужно смонтировать 10 тиктоков. ТЗ и сами файлы будут во вложении. Дедлайн – воскресенье 19:00 по московскому времени. Это первый этап. Тест на жопоруки. Если ты не успеешь или сделаешь хуёво, ты жопоруки. Все, кто пройдут во второй этап, получат задание смонтировать влог. Мне нужен монтажер, 1 000 000 дел за день, сейчас 3 часа ночи. И это видео закончилось. Поздравляю. Блять.